качественную пищу. Качественную. Да, и мы сейчас находимся в Киеве. Но распространяться на его политику или не можем. Да, и... Не, ну есть оферта. Публичные цены. Ну вот мы сейчас, да. Макароны пошевели. Пошевели. Ну это полкило, а там за 11 гривен, на гривну дешевле, килограмм. Так а ты говорил, что-то здесь такое вообще недорогое. А в каком? Что за продукт? Ты прям так вот говорил. Как... Ну а за что? За какую? Продукт? Какую? За какую? Недели две назад мука была по 4, сейчас 6. Надо заметить, что, кстати, да, курс 1 к 3, то есть 1 гривна это примерно 3 рубля 36-35 копеек. Скидка на всю продукцию там кухни и после 8, да? Да, на всю продукцию 8. Кухни, то, что все, что приготовили, и как это, кондитерские изделия, торты, пирожные, то, что там спекли. 20-30%. Да, 30%. 70%. 30%. Ну, тут. Надо также обратить внимание, что сейчас у нас 6 декабря и вечер, уже сейчас уже где-то 10 вечера. Ну, такой, не специальный, но такой взгляд, что уже тут продается, какие цены. Магазин Варус, кстати. Ну, вот как бы тортики все, и идут со скидкой 35%. Такие, что вот с 8 до 11. Знижка на кондитерские вирьби, да? Вырубы. Вырубы с 10, с 8 до 1. Да. Пряники вам 17 гривен. 15 гривен. Пряники очень недорогие. Вот, и, кстати, очень вкусные. Я их пробую. За вафли говорю. Ну да. Ну здесь и недорогие. Ну как дорогие, то, что ты покупал, ну, дороже. Может на 1 гривну, да, так сказать. Да, это еще, кстати, надо обратить внимание, что... Это не дешево самое. Да, это не самое дешевое. Печенье 32 гривны. А? Пряники есть. Конфеты он поснимать может. А? Конфеты можно поснимать. Вика! А? Что хочешь? Это магазин Варус вечером. Тут людей, видимо, не очень много по причине того, что действительно тут чуть-чуть дороже. Хотя на самом деле вот я. Просто уже поздно. Ну и поздно, да, сейчас уже почти один вечер. Да, да. Это не самый из дешевых магазинов. Рекомендуется АТБ, Фора, ну еще есть киевский, конечно, Ашан. АТБ, если не порекомендую. АТБ, да. Вот. Морозиво. 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 Да, где... Ну, да. Вы бочаете за мир судьи. Морозиво. Да. Через... Пельмени. За 100 грамм 3 гривны 56 копеек. Вареники с картофелем. Вареники невкусные. Хотя... 3 гривны вкусный, да. 9 копеек. Геркулес это одни из самых дорогих. Геркулес это вот эти вареники с картофелем, да? Ну, Геркулес там 400 грамм и полуфабрикаты делают. Почти 15 гривен. 14 гривен 99 копеек.
За 15 гривен так можно сделать. Одна копейка ничего не значит. Следует. Нельзя вставать на ка. Нельзя на гору? Смешно. Нельзя вставать на гору. Да ладно. А он там вообще может что-то за гривну взять. Смотрите, что ты можешь за гривну. Где за гривну? А, вот. Да, вареники. 100 грамм гривен, вареников, гривна 7. С картошкой? Да. С картошкой? С картошкой. Ну, вегетарианский. Здесь, конечно, подороже. Он пельмени куриные, 4 гривны, 80 копеек. Ну что, идемте? Идем. А что, еще там можно посмотреть? Ну да, давайте так там еще какие-то кружки собачьи. Как этот товар скорый, как это, тимчасовый или сутки? Временно. А, временно отсутствует, да. Тимчасовый? Ну вот молоко. 8,50 литр стоит ягодин. А, не хуторок, а ягодин. Хорошая. Не знаю. До 10 гривен литр стоит. Это в обычном пакетике. А то есть литр молока 30 да, рублей, ну, да? А в бутылке, да. Ну, в бутылке вот тут 15 гривен. Видишь? Очень доступно. 10,30, 5, 15. По 45 рублей в бутылке. Да, хорошая. Рекомендуешь, да? Вяженка. Вот она на гривну дороже. Я покупал по 8 гривен. Дорогом супермаркете. То есть в дешевом супермаркете можно купить по 7 гривен, то есть на 2 гривны дешевле. А ты как устанешь, вот только ложка есть. Хорошая, да? То есть ее не попьешь. Не попьешь, да. Производственно город Яготин, Киевский. Яготин. Угощайте за мир суши. Ряженка, да, Славянка. А вот это йогурт, что ли, да? А? Йогурт или как? Да, йогурт. У нас есть йогурт. Бифидо йогурт, да? Ну, это, не знаю, вот пол-литра за 8 гривен, за 7 гривен пол-литра есть йогурт. Это где? Ну, вот, пол-литра, пол-литра йогурта за 7 гривен. Вот это, да. Да. Очень доступно, да. Полуницы банан. Да, ну, во всех этих йогуртах есть какой-то непонятный модифицированный крахмал. Но написано без ГМО. Но модифицированный я не знаю, что это. Давай, пошли. Поэтому йогурты меня таким, ну, не увлекают.